Добрый день, друзья! Сегодня с женой получили клетку, мы ее заказывали с интернета. Шла нам клетка с Амазона примерно неделю. Мы ее купили для двух крыс. Крыс пока здесь нет, поскольку они сейчас подрастают, мы их заберем на следующей неделе. Обязательно вам покажем в следующем видео, как мы их заселяем, чем их будем кормить, чем будем наполнять клетку и многое другое. А сегодня мы вам расскажем про саму клетку, ее стоимость, все, что с ней было и что мы докупили помимо. Давайте посмотрим поближе. Здесь у нас у клетки вот такая вот дверочка, она так открывается. В клетке у нас было изначально вот этот розовый этаж, как вы видите, с лесенкой. Кормушка железная, поилка на 500 мл и зеленый гамак с такой шерсткой. Будет тепло крыскам. Также мы купили, с Амазона заказали вот такую деревянную лесенку и домик для крыс. Домик называется спутник, он вешается на клетку, а можно его ставить на дно клетки. Это мы уже посмотрим со временем и решим, как лучше. Сама клетка стоила 66 евро. В зоомагазине мы видели точно такую же, она стоила 120 евро. Лесенка деревянная стоила 7 евро, и домик тоже стоил 7 евро. Размер клетки у нас получился 50 на 70. Давайте ее откроем, посмотрим, как она выглядит поближе, само дно. Вот оно у нас такое, достаточно большое. Крыса, думаю, будет здесь очень удобно. Мы, конечно, еще не окончательно решили, как все здесь будет выглядеть, но пока сделали так. Будем смотреть, нравится это крысам или нет. В следующем видео мы вас познакомим с ними. Так что давайте, до скорого. Подписывайтесь на наш канал и ставьте нам лайки. Пока! Пока!